78-й театральный сезон в Красноярском театре кукол начался с премьеры спектакля «Супермама». Режиссера Светлану Дорожко специально пригласили из Санкт-Петербурга. Постановка основана на современной сказке «Живая вода». По сюжету мальчик Сережа сильно заболел, и его мама отправляется на поиски самого действенного лекарства – живой воды. Отличительная черта спектакля – актеры-кукловоды сами выходят на сцену и играют определенные роли. Несмотря на то, что в нашем городе эта постановка проходит впервые, на первом представлении был аншлаг. Я считаю, что вообще спектакли театра кукол должны быть интересны и взрослым, и детям. В этом задача постановщиков. Такое переплетение современности и каких-то сказочных мотивов, это все так немножко, может быть, насторожит зрителей в некотором смысле. Но с другой стороны, мне кажется, театр должен развиваться и все время пробовать что-то новое, новые формы, новые темы, новые сюжеты.